Приветствую, дорогой зритель. Сегодня у нас Хуа Чинюй с песней Bullfighting. Это Коррида, бои быков. Так что давайте послушаем. Кстати, я нашел его официальный канал на Ютубе. Внизу будет ссылочка. Там не сильно много, там штук 10, по-моему, видеороликов, клипов и съемок с концерта более качественных. Если вам интересно, заходите, смотрите. Приступим к просмотру. Долго говорить не буду. С вас, как всегда, лайк, подписочка и комментарий. Подписочка, комментарий очень важны. Поехали. Сейчас, секундочку. Надо еще включить субтитры. Субтитры перевести на русский, русский, русский. Простите, но не подготовился. Все так круто, все-таки круто, вот совмещает вокальные данные классической музыки и более современной. Yeah.
Вау. Красиво сделано. Очень качественно нарисован клип, именно, хоть это и, скорее всего, больше компьютерная графика, компьютерная анимация, но это было круто нарисовано. Очень удивляет. Понятно, совмещение классической музыки и других жанров — это круто. Мне нравится именно вот такой вот стиль пения. Вот, как и у исполнителя Димаш. Есть определенные треки, которые мне нравятся. Опять же говорю, классическую музыку я не сильно люблю, а когда вот смесь классической и что-то современного, рэпа, рока, это круто звучит. Ну и песня с посылом, со смыслом. Коррида, но в этой корриде описывается как раз-таки сражение в обществе, когда общество решает за одного человека, что ты сделаешь по-любому, и этот человек подается обществу, хотя он может сделать выбор, хоть он и один, но выбрать себя и не делать то, что хотят другие, потому что можно пожалеть, как карьерадор. Ну, короче, вы поняли, вот этот человек Кариди, потому что я... Это слово карьерадор. Мы сейчас посмеялись, надеюсь. Вот. Кариска. Давайте не будем, чтобы я это слово сказал. Ну, неважно, вот этот вот человек, который сражается на Кариде с быком, сделал выбор за общество, потому что общество решило убить быка, но видно, что он этого не хотел. Ну и второй бык отомстил за быка, но общество его заклевало из-за того, что он сделал месть за своего, как бы, товарища. Вот так вот. Запутано. Мы сегодня посмеялись в конце. Замечательная музыка, замечательный голос. И круто все обработано и сделано, я считаю. В плане клипа. Клип вообще шикарный. Очень дает такой посыл. И, кстати, если ты не знаешь перевод, потому что здесь, к сожалению, в субтитрах нету перевода нормального и не было перевода. Я понял посыл песни именно по клипу. И это круто. Я бы побольше посмотрел клипов именно Хуа Чинюй. И у него на официальном канале даже очень мало клипов. И если кто найдет клипы качественные именно с песен, я буду очень рад. Спасибо вам большое. Пишите в комментариях ссылочки. Я буду благодарен. Увидимся на канале. Не забывайте лайки, подписочки и комментарии. Пока-пока.